Комментарий. Фиолетовый ежик пишет. Укрепление памяти. Вопрос. Стала терять память. Мне прописали кучу дорогостоящих таблеток. Сразу же надо задавать вопрос тому врачу, который все это дело прописывает. А эта таблетка как действует? А эта таблетка? А вот это? А это что делает? А какие противопоказания? Далее пишет, память не крепла, зато ослаб кошелек. А знаете, память, для того, чтобы вот именно память у вас была, для этого надо читать, для этого надо запоминать, для этого надо там стишки там, и самому читать, и пытаться сочинять. То есть надо мысленным своим аппаратом работать, тогда что-то у вас будет получаться. А если вот в этом деле вы ничего не делаете, естественно, память не используется как инструмент. Это просто, если вот так, если ничего там, у вас голова не болит, сосуды здоровые и так далее, зрение нормально, вы ей не пользуетесь. И почему она у вас должна быть там хорошая? Естественно, слаб кошелек, о чем я и говорил. Да и к тому же всему добавились другие болезни из-за побочных эффектов таблеток. О чем я вам и говорил. Вот вы пойдете, вам так скажут, вот мы вот это вот знаем только. Раз. А то, что дальше делает, никто ничего не говорит. Я уже как-то приводил пример своего свояка. То есть мужчины, который женат на сестре моей жены. Вот у него заболела спина. Ну, он начал использовать болеутоляющие таблетки. Вот сколько там он их попил? Наверное, полгода, так знаете, или месяцев 9. И у него только опачки, язвы в желудке. Он чуть за малым от этого не умер. Но вместо того, чтобы как-то что-то дальше, вот, знаете, организовать свою жизнь, вот я, например, у меня спина болела, я вам рассказывал. И показывал вот это вот МРТ своего, значит, позвоночного столба, в котором там грыжи, шмыжи и так далее, и тому подобное. Я же нашел средства. Я понял перспективу, вот, которую дает этот тренажер. Для спины, для того, для себя. Я сейчас совершенно по-другому себя чувствую. У меня появилась какая-то уверенность в завтрашнем дне. Это очень интересная вещь. С возрастом уверенность в завтрашнем дне, в том, что он как-то чем-то будет тебя обогащать, это все начинает потихонечку испаряться, пропадать. А тут ты такой, о, слушай, да ты смотри, а я еще и то могу, а я еще и это могу, да и еще мы поживем. Вот что важно искать, а не то, что побочные эффекты от таблеток. Да ясно, вот лечим одно, калечим другое. Если в вашей копилке знаний недорогой, но хороший рецепт для подкрепления памяти. Есть! Для этого надо пытаться самому сочинять стихотворение. Хотя бы по две строчки. Например, ну вот такой, знаете, как говорится, от балды вот такой, лишь бы. Был бы я дельфином смелым, так нырнул бы в глубину и собрал там жемчуг белый, что любимой так к лицу. И еще там подобное. Но после этой даты оказался он под датой. И не важно, что за дата. Главное, она под дата. А когда она под дата, нам сойдет любая дата. То есть вот каких-то каламбуры, еще что-нибудь там, сочиняйте там-то такое. Песенку вот эту, что я вам все пою. Ну, прочувствуйте свое вот это эмоциональное состояние, попробуйте его выразить в словах, в какой-то стихотворной форме, в виде песни. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа отчасти ликует.
ликует и поет, и душа от счастья ликует и поет. Понимаете? Вот, вот это вот внутреннее ликование, чтобы вы почувствовали, оно возникает тогда, когда организм наполнен энергией. И когда он наполнен энергией, да, вот тогда начинает происходить очень интересные вещи. То, что вы там лечили годами и так далее, и тому подобное, там десятилетиями, начинает выравниваться, вы вдруг, о, ничего я не принимаю, а до этого я лечил там предстательную железу, она вот что-то, ничего не получилось. Она, смотри, работает как. Я еще что-то там не делаю, она работает как. А я еще что-то не делаю, она работает. О! И феномен в том, что вы наполняетесь энергией. Именно энергия и начинает целительную работу. Нету энергии. Дуля с маком. Они, если вы недорогой, хороший рецепт для подкрепления памяти. И начнут сейчас там давать там самые простые, там, ну, грубо говоря, вот смотрите, самый простой рецепт — это пейте талую воду. Опять-таки надо объяснить, что такое талая вода, как ее там принимать и так далее, хотя я это уже рассказывал, которая чистит сосуды, если у вас проблемы там с сосудами. Это так, без всяких там травок. Но, не, но и это только будет влиять на сосуды. Это не, как бы сказать, не средство для того, чтобы память была хорошая. Память надо упражнять. Ее надо тренировать, запоминать.